20 марта на базе Каспийского центра образования имени Героя России Казанцева прошло чтение стихотворений, посвященных участникам СВО. Воспитанники данного образовательного учреждения подготовили небольшую концертную программу. Не хватает тепла, не хватает людской доброты. Организаторами поэтической встречи являются Министерство цифровой печати Дагестана и учитель школы номер 15 Сиранат Абдуллаева, которые решили провести данное мероприятие, дабы оказать поддержку нашим военнослужащим. Многие родители, отцы наших детей тоже находятся там. И мы полностью на стороне нашего руководства. Мы поддерживаем курс нашего президента. И поэтому детям прививаем любовь к родине. И мы переживаем за наших солдат. Мы молимся за них. И воспитываем в детях чувство любви к своей родине. Дети подготовили стихотворения известных поэтов Александра Прокофьева, Эдуарда Асадова, Амината Абдулманапова и Расула Гамзатова. Дагестан мой былинный, не молиться! Тебя не любить, мне в станице твоей журавлиной, отколовшейся птицею быть. Дагестан, все, что люди мне дали, я по чести с тобой разделю. Асият Умалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».